Ну что, Санан, привет. Привет, Ян, привет. Какие у нас планы? 3 дня дошел. А когда фура приезжает? По-моему, в 10 часов утра. Начнем разгрузку коллекции. Просто спрашиваю, я думаю, как он. Че, как мы будем разгружать-то? Давайте я туда, а вы туда. Это рекламная интеграция Марко Поло. Ну что, мои хорошие? Наконец-то! Очень натурально. Да. У нас влог-блог, ну зайди обратно, что такая деловая. У нас фэшн-блог. Вот она заходит. Привет. Аня Дыковская, хозяйка этого двора. Поставила свою сумку модную на стул. Знаешь, что Веру сперли у них вот эти плитки, типа просто записывай, она правду говорит. Ну что, опухший? Я просто к подруге была, у нее кошка, мне на кошках аллергия. Но кошка немножко сожрала. Паттерны? Обожаю. Может, иди вот туда, там все работают, пожалуйста. Собака съела дневник. Всем привет! Ни разу не постановочный кадр. Блин, я просто... Ма, наконец-то. Да. Нужно переработать будет. О, Нургульджа, привет. Портная золотая игрушка. Прилетела на гастроли в Москву. Привет, моя бабушка. Да, вот они помещают, все поменьше. Такой же пиджак, то есть пальтовый, но он есть таким. Да, я хочу, чтобы все обратно возвращалось. Вот. Я фото, почти на многих еще. А, это для архивов. У нас даже архив какой-то. Вот мы пьем. Вот пивочные серии приехали. Вообще. Подготовку, знаешь, не показывать. Это бумага? Подробно внутри. Там разные типа бумаги, видишь? Нурхуль, кто шил коллекцию? Чьи золотые пушки или коллекцию? Отделку, ой. Да ты должна была сказать, я шила. Ладно, еще. Вот тут мэс создается. Нет, она пока не одевается, но можно уже включить. Здесь все. Хорошо, да. Так, хорошо. Спасибо большое. А можно сестру? Нет, она не модель у вас. А какой у нее роль? Какая-то гибридная. Модель, я такая прям. Я не знаю, можно выкинуть, ребята, как раз, конечно, получится, что все, которое я просил, ну, часть просто. И типа, это понятно, не будет считывать идеи и вещи. Да, потому что мне нужен силуэт, понимаешь? Иначе...
короткая. Конечно, не пожимать короткая. Тут хоть бы я не сказал, блин, давай сделаем, говорю, блин, гениальная история, и ну быстро там все сделала. Ты понимаешь, да? Может, это да. Это уже конкретный материал. Носибельный, next level, да. Там, конечно, они будут проходить, значит, экран, идут в эту сторону, но по факту, конечно, вот эта сторона будет видна больше всего. Браво. Ну все? Да. Первый день премьера. Подождите, ну не вся команда будет работать. А мы все. А мы все. Нино, как вы считаете, готовы ли мы к шоу? You never know, как говорится. No comments, да? Ну что, Есения, вы к нам? Я еле дошла, господи, не работает ни одна. Бабча. Да, я приехала на Петровку. А, к нам? Да. А ты думала, там? А, ты думала, там ты чё? Уровень организации. Я знаю. Женя, дождь подождите на телекастинг? А, да, второй день. Видишь, пока... Не встану я. Там к ребяткам. Пойдем к ребятам на Петровку. О, да, вот это вот. Да, вот раз. Нет, белый просто. Да. Я уже не сайт ваших обсуждений, поэтому... Потому что, слушай, я это же middle name нашей компании, Мэс. Ушитала Мэс Неношевна. Не, мне не получается. Я не буду это вырезать, ты же понимаешь? А, да. Подпала. Привет, мама. Да. Новый привет. Привет. А ты ложь. Смотри, заметь, только я. Да, заметила, да? Да. Я все встала. Да, моральная поддержка отдел. И все вместе семья. А ты посмотрел ручную эту работу? А я все посмотрел. Не, ручную не увидел. Я только привезла. А, да. Смотри. Итальянский мерино 100%. Боже, она готова. Красивый. А еще посмотрите. А вот этот цвет какой. Девочки, да, вязали. Да, мы вдвоем вязали. Ты тоже? Это ты вязала? Вот это я вязала. Моя мусечка. И вот этот я вязала. И вот ты вязала. И вот этот. Это ракшевый? Да. А рукава вязала либо. Красиво. Шикарный, да? Супер. Вот это ручная. Я нашла новый способ. Дырочку это? Да, ручной вязки. Убрали ваши губки, которые да, вы сказали, да, да, что губки не надо. И сама сказала, обратите внимание, вот так. Хорошо сложится машинная вязка тоже. Да, но это же бытовая машина. Я понимаю, дома, которая стоит. Да, да. Мам, ты представляешь, что пойдут завтра по подиуму твои? Да, я вот вообще очень волнуюсь. Волнуешься, мама? Серьезно, мама? Серьезно, конечно. А знаете, из такого мейкап слезы сделаны, представляете? А, ты что? А, тебя она боится прыгать, а мне не боится, конечно. То, чем вдохновляю, когда-нибудь. Нет, ну ты... Куда мне подходи, когда я запишаю. А вот в вашей компании, наверное, да. Он ждать, что тебе подарил письмо печатку. Такое, да. Но он мягкий, знаешь? Ну что,
волосы нам как ты. О! Любовь! Развести, ну да, больше я... даже. А ты можешь еще развести? Чего? У нас есть фарфоровый завод. Мы, значит, сделаем... там они делают же иконостасы из фарфора. Мы такой же иконостас сделаем Мартану. В новом магазине. И все, кто будет заходить, должны будут поцеловать. Очень хорошо. Нургу, любовь. Да, можно на плохом ходу, да, я посетила. Да, да, да. Сунан. Да. Ну, за финалем. Ну, давайте за финалем. Сегодня пара часов до показа. У нас все почти собирается. Вот можешь... Вот. Фейкить, что у нас все закончилось, я не буду. Продолжение следует. Мы еще не проверим все. Ой, вот это очень хорошая. Она, я думаю, что ее в конец поставить, потому что она тут очень высоко высокопонинговая, у нее очень положительный вайб. Третий день. Final. И только исключительно здоровую еду, ребята. Же границы, знаете, как в детском саду. Сейчас пойдем аккуратненько. Пойдем.
или там отпариватель оттуда перенести туда.